не сидит на месте и двигается вперед вместе с рубрикой «Выход в люди». Петушиные бои проводились еще в древние времена в странах Востока и до сих пор очень популярны. Сегодня в роли пернатых бойцов выступят прохожие нашего города. Стоя на одной ноге, нужно вытолкнуть друг друга. Понятно? Девчонки, повторяем за мной. Молодцы! А теперь бой! В равном бою у нас победила дружба, верно? Да. На вид забавно, так прикольно. Нужно отжиматься 3 раза в неделю, тогда ноги будут сильными. Итак, у нас бой Костя Дзю против Николая Валуева. Поехали! Вместе, заряжайся, заряжайся. Все, 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 поехал, давай, бой. В куртке, может быть, или еще что-нибудь такое. Ну, неудобно просто. Может быть, тебе шпоры мешали? Может быть. Мне помогло выиграть настроение. Бла-бла-бла. Юля, приняй к победе! Посмотрим, кто сегодня победит. Каблуки против кроссовок? 1-0 в пользу каблуков. Раунд 2. Лучшие друзья девушек бриллианты и каблуки. Каблуки у нас сегодня победили! У-ху! Почему устал? Ну, очень эмоциональная игра. И в связи с этим усталость. Петушиные бои на Филиппинах называются сабонг. И хотя этот азартный вид спорта запрещен в Америке, Бразилии и Европе, на Филиппинах это практически национальный вид спорта. В сегодняшних баталиях не пострадали Светлана Мусаева и Александр Анисимов.